Приморье принимает делегацию из братской Беларуси. Губернатор края Олег Кожемяка провел рабочую встречу с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко. Сегодня мы принимаем делегацию Гомельской области во главе с губернатором Крупко Иваном Ивановичем. Мы уже давно знакомы и сотрудничаем, но это такой первый приезд большой делегации для того, чтобы расширить и торговое сотрудничество, экономическое, культурное, спортивное. Вот, по всем этим направлениям уже ведется работа. Вот, и, безусловно, очень было интересно руководителям предприятий побывать здесь, посмотреть непосредственно на Владивосток, заключить новые контракты на продолжение. Здесь руководители и Рогачевского молочного комбината продукции, которая хорошо известна приморцам, это и кондитерская фабрика «Спартак», и мясокомбинат. Вот. Но также для нас очень важно продукция химического комбината по поставке удобрений, металлургической по поставке и арматуры, и листа, и стального прута. Вот, то есть компания «Гомельдрев» начинает сотрудничать с нами по созданию совместного предприятия по производству мебели. В планах сотрудничества поставки новых партий уже зарекомендовавшей себя белорусской спецтехники. Машины будут производить специально под нужды края с учетом его климатических особенностей. Комбайны «Полесье» – это одна из известнейших марок не только у нас в стране. Мы сейчас прорабатываем вариант, связанный с особенностями нашего климата, с тем, чтобы они были на гусеничном ходу и за счет низкого давления на почву могли работать в том числе по увлажненной категории и уборки, значит, категории земли. В первый день в Приморье делегация Гомельской области уже побывала на предприятии по производству пищевого сырья. Далее планируются визиты на ключевые производства и предприятия края в разных отраслях. Первая такая серьезная встреча с делегацией Приморского края была в 23-м году на Гомельщине. Мы посмотрели возможности Гомельщины, возможности промышленности, ну и других направлений. Проработав определенный период времени, мы в мае этого года встретились на ВДНХ, где Гомельщина представляла регион во всех своих сферах. И на этой площадке подписали соглашение о сотрудничестве по всем направлениям. Понимая важность вот этих договоренностей лично наших и наших администраций, мы привлекли, естественно, бизнес. И сегодня подготовлена серьезная делегация, которая прибыла в Приморский край. Я хочу Олегу Николаевичу выразить слова благодарности за прием и содействие посещению предприятий и возможности поработать и бизнесу, найти свои точки соприкосновения. И мы уже на первый день своей работы видим, что есть очень много интересного, где мы можем завязаться. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Ключевые цели соглашения между Приморьем и Гомельской областью – расширение и укрепление сотрудничества сторон в сфере торговли, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, образования и науки и других важных областях. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.